Друзья, добрый день! Хочу вам показать сегодня кладочную сетку, которую мы применяем в своих строительных конструкциях. Кладочная сетка у нас называется базальтопластиковая сетка. Ячейки мы 50 на 50. Толщина прутка 3 мм. Предназначена для замены традиционной металлической сетки, так как металлическая сетка, она, во-первых, гниет, ржавеет, и, во-вторых, пропускает холод. Получается мостик холода в стене дома. А базальтовая сетка как раз предназначена, чтобы сетка не гнила и не передавала мостик холода. Если заинтересовала сетка такая кладочная, переходите по ссылке на карточку товара, и можно ознакомиться более подробно. Друзья, приехали на объект тут у нас на Марпасаде. Здесь у нас уже фундамент готовый. Горизонтальную гидроизоляцию вот делаем. Под гараж, под стяжку готовим песчаную подушку. Поливаем водой, трамбуем. Здесь у нас вот гидроизоляция горизонтальная. Подкладку. Фундамент здесь, как вы видели, свайно-распирковый. Это для тех, кто не видел, повторяю. Здесь канали, под воду выпуска мы оставили. Там вот на углу под канализацию. Будем цоколь поднимать из полнотелого кирпича, марка 150. Добрый день, дорогие друзья! Как вы видите, работы идут в разгаре. Мы занимаемся не только строительством, а также поставкой строительных материалов на объект по вашему проекту. Получается, вы нам даете проект, мы считаем количество материалов и согласовываем цены и привозим к вам на участок. Плиты перекрытия, кирпич полнотелый, арматура, бетон, песок, щебень, сетки кладочные, а также стеновые материалы.